Здравствуйте, добрый день. Мы с вами продолжаем изучать книгу Раби Шимшона Давида Пинкуса. И сегодня врата, которые мы начинаем, называется... Одним словом, это тяжело перевести с иврита. На святом языке это называется Амида. По-русски можно сказать, что это молитва, которую молятся стоя. И само по себе это может быть могут быть врата, и кроме этого так называется молитва 19 благословений, которую всегда молятся стоя. Итак, пишет Рав Пинкус. Амида матфила, умацав бу море адама митпалель, шекол ацмо мециюто бетелим им лашем бешаа и. И чем интересна молитва, которую молятся стоя, кроме того, что это молитва Шмона Исре, но также любую молитву или есть молитву, которую человек хочет молиться стоя, что показывает то, что человек стоит? Тем, что он стоит перед царем, да? Он не просто принял вертикальное положение, да? Так мы привыкли, например, что солдат стоит перед командиром, да? Или когда есть люди, кто-то входит, человек встает, да? То есть человек, он выражает этим свое уважение. Эфех мы обидаем Ишива, а ино мотцав, а в баке тот самый, зачем аргиша от смоша от смотавки до квидоталав, валькен уюшев, да, противоположность тому, что человек стоит, он сидит. Когда человек сидит, он чувствует, что нет сил стоять, ему тяжело, он устал, он садится, да, он все его тяжело ему, да. Аваль, амида юра альбитул от смо. Да, но если человек стоит, тем самым он выражает не только почет и уважение, но и свое смирение перед тем, кем он стоит. И вся его, весь его потенциал, весь потенциал его личности, силы его души, силы его тела, они стоят на готове, чтобы исполнить желание или каким-то образом выразить свою готовность служить перед тем, перед кем он стоит. И сразу, как человек встает, что это тем самым выражает смирение, но фелит амехица гдула шебейно левин боро, да, в тот момент, когда человек встает, падает вот эта преграда, которая существует естественным образом или неестественным образом перед Всевышним и перед человеком. Шиу агуф им тавотава им рационотава, как что это за преграда, что это за заслон, что это барьер, который стоит между человеком и Всевышним. Это тело человека, все его желания, все его потребности, все его, это то, что, да, и когда он стоит, тем самым влияние тела на его душу намного уменьшается. В азме мейли ба двикута ацума вейт карвута миохеде чельзмана твила. Тем самым, когда он встает, желание его тела отходит на второй план, не то, что когда он сидит, когда он встает, тело уходит на второй план, и возможностью души они выходят на первый план. Умевуар канша мидац ма хилашон тфила гамим лофтах пивлевакеш. И написано, пишет Рав Пинкус, что само по себе то, что человек стоит, даже если он еще не открыл рта, это уже само по себе, вот эта вот ситуация, в которой находится, он стоит перед Всевышним, это уже молитва. Шемицеют от филахи двикут витбатут лашем. Почему? Потому что молитва, кроме того, что это слова, которые человек говорит, или мысли, или чувства, это смирение перед Всевышним. Да, это основа, это смирение перед Всевышним. И когда человек стоит, тем самым выражает смирение, тем самым уже он находится в состоянии, что он молится Богу. Как написано в Ховот Алевавот, в книге «Обязанности сердца», сердец, «Рауй леха ахи шитида ки каванатейну бетфила инаки им клот анефиш эле луким, у княта лефанав». Да, и так написано в книге «Обязанности сердец». «Знай, мой брат, что самое глубинное понимание молитвы — это не слова, которые мы говорим, это желание души приблизиться к Творцу до такой степени, что человек как будто теряет связь, его вся его душа стремится к Творцу, и он теряет связь со своим телом. У княта лефанавы полное-полное смирение. Им румемуто лебуруа
вышивха, вудата, да, тем он прилепляется к безграничному божественному, к тому, что он чувствует перед собой. Но по закону, когда человек обязан стоять по закону молитвы, только во время или в основном, да, самая известная часть, это во время, есть еще несколько моментов, во время к души и кадиша, но еще несколько моментов, и самое главное, это, конечно, во время молитвы 19 благословений. Убешар хекет филай, но хаяв ламот, да, но по закону в других в местах молитвы нет обязанности стоять. Миколь маком кулам хэм мадригот лалот эля кодеш бешмунайсры. Да? Несмотря на то, что принято стоять даже во время некоторых моментов утренних благословений или псуке де зимра, тем не самым по закону обязан стоять только в молитве 18 благословений, но, тем не менее, вся молитва, она как будто ступени, которые поднимаются к молитве 18 благословений. Все, каждая новая молитва, она, каждая новая часть молитвы, она как будто ступенька еще больше и больше. Миколь маком кулам и мадригот лаалот эля кодеш бешмунайсри, ши гулата котерет вейкара тфила, венимца шен ахана лемацав шел амида. Вся предыдущая степень молитвы – это подготовка к 18 благословениям, к молитве, которую молятся стоя. Вейны, амида и гамил шинота мурим аль мацав шель невуа. И амида – это также одно из синонимов слова или приблизительное понимание слова, которое имеется в виду пророчество, невуа. Моше кату в Авраам одену умед лифнешем. Так написано про Авраама. И он стоит перед Всевышним. Стоит, имеется в виду, что он в состоянии пророчества. Шайталу ас шат невуа шиид викут гдола меот викиру вацум шеэн кумоу. И что такое пророчество? Это не только, что человек принимает, получает послание от Всевышнего. Это само по себе самый-самый высокий уровень при святости и приближения к Творцу, который может быть удостоен человек в этом мире. Вам нам бемет мадригата тфилай мекцат ми мадригата невуа. И так пишет Рав Пинкус, что молитва в любом случае это как будто немного пророческий акт пророчества. Кмоше катав атур бэлахот атфила, шиках айю осим хасидим ванчэ маасэ, шайю митбудудим, умиткавини битфилатам, ад шайю магим литпаштут агашмиют. Да, и так хасидим, имеется в виду в древние времена, люди, которые достигли высокого уровня святости, так они именно и молились, то есть все больше и больше их душа приближались к Творцу, пока они почти не теряли связь со своим телом. А чаю магим кирувли малата невуа, и они почти приближались к уровню пророков. Умевуарша невуа вадвикут битфила мененим крувим зелезе. Да? И пророчество, и высокий уровень приближения к Творцу – это очень похожее состояние души. Вагам шедеврея туру муким лимала мяса гатейну. Да, и даже что нам тяжело понять до конца, что имеется в виду, и эти понятия, они очень возвышены для нас. Да, тем не менее. Эминя нима крувим зелезе. Вагам шедеврея туру муким лимала мяса гатейну. Миколь маком бифаштут нитан лавинам альпи деврея рамбам. Бумурэ невухим. И так пишет об этом рамбам. Шевену кама памим, шде эцем амахшава баши. Да, ну, мы, тяжело нам говорить об уровне пророчества, но что пишет Рамбам в книге Муре Невухим? Он пишет так, и мы уже там говорили несколько раз. Бемет исот де, река, секунду. Де эцем амахшава баши, да, что тем самым, что человек, он думает про Всевышнего. Варгешат нехохуто, и когда он чувствует, что он находится рядом с ним. Авей адвикут башем идбарах бифуаль, уба мециют и моки вяхоль. Это само по себе уже человек находится на самом деле перед Творцом. Дебемет исот зе ядом и фурсам бисифре авода. Это известное правило, которое написано в наших книгах.
Дебимаком шемахштав, то, что Адам немцет, шам у немца, что там, где находится мысль человека, там он на самом деле и находится. Его личность там находится, даже что его тело находится в другом месте. Но его личность, его на самом деле духовная сущность находится там, где находится его мысль. В немца. Шебезман шемехавен махшато лашемит барах, умедлив лидабер лифанав беляшо нохеях да. Таким образом получается, что человек, который сосредотачивается и думает про Всевышнего и готов разговаривать с ним напрямую, во втором лице, ты, тебе, для тебя, да? Рей немца и моет барах бифоль мамаш бцав тахада. Таким образом он находится с ним рядом, на самом деле, в реальности, в действительности. Поумели дабер лифана, шезе мамаш иньяна нево. А что это такое? Это, по сути, положение пророка, когда человек разговаривает со Всевышним. Шасехель убейт авад вамакома муфхар лашрата шхина. Что разум человека – это именно то место, именно та категория, куда спускается божественность в этом мире. Вегу макома двикут вакирва эль буре бифуаль. Да, и это же разум человека, его там, где его личность находится, это именно место, откуда он черпает силы приближаться к Творцу. Хен ле двикут агдула шель невуа, вен ле двикут шель тфила, шем кровим ле лезе. Таким образом, источник и место, и молитвы, и пророчество, оно очень близко, оно рядом. Вейне, тфила некрета вода. И пишет Рав Пинкус, молитва, она называется также служение. Шеги миюхедет безе миколь митцвот атура шеешба амида лешрет лифанави деврах кмоба водат агмикдаш вакурбанот. И она тем самым отличается от любых заповедей, которые у нас есть, которые написаны в Торе, чем, что это служение Всевышнему точно таким же образом, как было служение в храме. Да еш кан хидуш гадоль, шиколь адам умет бетфила. И таким образом есть новости для нас. Каждый человек, который стоит перед Всевышним в молитве. Но саф альмашу умет лифанав. Да, кроме того, что он стоит перед ними, он разговаривает со Всевышним, он просит то, что ему необходимо. Но саф аль эцем кию митцва еш. Кроме того, есть ту дополнительная митцва, дополнительная заповедь. Есть тут заповедь служения, которой нет в других заповедях. Убавудуто мале рехот венихухот. И своим служением этим, что он молится и разговаривает со Всевышним, он как будто находится в храме, который был разрушен, но который существует в духовном плане всегда, в сердце человека, и он как будто стоит перед Всевышним в храме. И он, разговаривая со Всевышним, как будто выполняет работу священника и зажигает благовония и ароматическую смолу, как было в храме. Вене айта баба вадата мигдаш хибайтера шелоним цет бешу митцва. Да, во время служения, сама служба в храме, есть у нее особая прелесть, особое благоволение Всевышнего к этой работе, которого нет других заповедей. Дихтив бейнян шевит леви, амеат михем киев дили лукей, Исраэль этхем, меадат Исраэль, акрив этхем элав, лавод это вудата мишкан. Да, что Всевышний выделил колено леви из еврейского народа, чтобы именно они работали в храме. И это как бы избранная такая работа. Так человек, когда он молится, он как будто причисляет к себя, к избранным людям, которые служат Всевышнему в храме. Винагуба малата выководю термишали митцвот. И это митцва служения в храме, все, что было с этим связано, было принято более уважение, больше трепета проявлять в этой работе. Шемацану, шитикну, безрат, пайсла, вода. Да, таким образом, что даже это разыгрывалось пайс. Бросали жребий, потому что очень много фамилий, очень много семей, да, кланов, коинов, они хотели служить, и было больше желающих служить, чем возможностей. Поэтому бросался жребий, кто сегодня получит такую возможность работать в храме.
«Ипне ровхи бата, а юрацим и муслим навша малея». Да, известны случаи, когда люди готовы были пожертвовать собой, и на самом деле жертвовали собой, они, то есть они не чувствовали, настолько была сладость, настолько было стремление работать в храме, настолько получали такое колоссальное удовольствие, что все другие удовольствия этого мира, которые связаны с человеком, с его телом, они терялись вообще, не чувствовалось этого. Поэтому люди жертвовали жизнями не потому, что они сознательно решили пожертвовать жизнь, а просто это от жизни теряла смысл, теряла свою привлекательность. Настолько привлекательность работы в храме была сильна. Упамим адгдей сакана, да, тем Афпинг приводит этот момент, что до опасности для жизни доходили случаи, когда коины хотели работать в храме. Вальдерах зу царих лахшов коля дамбаки шатолит палель. И таким образом человек должен думать, любой человек, который собирается разговаривать со Всевышним. Шемельвад маше умит асек бы митцват филам вакеш страхав, что кроме того, что он выполняет заповедь, и он просит то, что ему необходимо для жизни. Гаме геазман мишмарто бейт авшелу лаво лешерет бекодыш, что как будто пришло время его клана, его фамилии прийти в храм и там служить Творцу. Да, известно, что у кланов были, например, у них даже были свои секреты, например, был клан, фамилия, который пекли хлеб лехамапаним, и он был особенной формы. И что было, посмотреть со стороны, непонятно было, каким образом они могут печь его такой формы, потом вынимать из этой формы. Очень был замысловатый. И у них был секрет, они никому не рассказывали, каким образом это делают. И были еще такого рода секреты, были клан такой, что они именно хотели, чтобы их привлекли к этой работе. Так когда человек молится, как будто это его время, и он выиграл жребий, сейчас его фамилия, он представитель своего клана, молиться и работать в храме. У тфилотавки дама эмурим шемена солит умакрив, его молитва, она как будто ароматическая смола, которую воскуряли в храме, шемен весолит и масло, и благовоние, которое он приносит в жертву перед Всевышним. Везе ло леувед лихвот у литиферы. Да, и это для него большой почет, да, большое уважение, большое здорово, что сейчас его фамилия, его очередь служить. Для симха, цума, вы ошер шейн камо. Да, это большая радость и счастье, которое ни с чем не может сравниться в этом мире. У мецтарев у лбезе лехеврата малахима мишамшим лифанав дбарах тамид. И тем самым даже он приближается к ангелам, которые всегда служат Всевышнему. У них нет переменок. Вы акуанима мали минха ובזבח, כך מלא ותפילתו ותחנונים כקטורת. דכתיב תיכון תפילתי כקטורת לפניך. Да, что есть такой פסוק, такой стих, и приготовь свою молитву как ароматическую смолу. וכן אולה הלכה, בעניין תפילה דומיה כקברנות בכל הלכותיהן. Да, и так очень многие законы молитвы, они похожи на законы жертвоприношения, потому что это одна категория. ורעה. Майя соты алахота мехадот ла вода, обмашу ноты мелахот шар митцвот. Да, сейчас Рав Пинкус углубляется в этом моменте, какая разница между законами, которые связаны со служением в храме, и законами, которые связаны просто с другими заповедями. Казалось бы, на первый взгляд, нет гарантии, тут есть законы, тут есть законы, но немножко отличается по природе вещей. Однако есть принципиальная разница между двумя категориями этих законов служения в храме и остальные заповеди. И сейчас мы рассмотрим, о чем идет речь. Шебехоля мицвот алехотейна мирлак бегуфа мицват сма. Что оказывается, во всех заповедях законы, касающиеся заповеди, они касаются именно предмета, с помощью которого нужно выполнить эту заповедь. Например, зажигать ханукальные свечи. Да? Ну, нужно какое масло, в какой последовательности, когда, в какое время, что говорить, что не говорить. То есть мы
имеем в виду законы, они связаны именно с предметом, да, или закон зажигания свечей, или отделения халы. Сколько теста должно быть, чтобы оно было, можно было отделять от него халу. И так далее. Это касается всегда предмета, связанного с выполнением. И нет никаких законов, связанных с самим человеком, который делает эту заповедь. Приходишь и делаешь, да? Нет никаких законов, связанных именно с ним. Шадама и ноби хлаль мицва. Да, человек, он не часть этой мицвы. Умимели лонем рубо лахот эхира эвэх. Да, нет никаких законов, как он должен выглядеть или что он должен одевать. И так далее. Вот смой, но элапо эль масе, мицва вейно лихлаль бэцэ мицва. Он только сам как бы выполняет это. Он приводит в исполнение эту заповедь. Но про него нет ни особых никаких критериев, что он должен, что он не должен по отношению к самому себе. Авалло кен гу авудата мигдаш. Но этим самым отличается другие мицвот от служения в храме. Шаовед гу хелек мина авуда ацма. Что тот, кто служит в храме, он часть этого служения. Не только что он должен делать, но он сам по себе. Шавуда не шлемит алидеват, что без того, как он ее выполнит, без того, что он из себя представляет, она не будет выполнена. Не будет выполнено служение. А курбану макома авуда дхайну амигда. Шикулам им бихлаль авуда враг бит старев кулам и не шлемит. Что совершенная заповедь служения в храме, это с чем он выполняет предмет заповеди и сам человек, который выполняет. Они вместе будут полная заповедь, которая выполнена. А если нет человека, его часть свою он не сделал, это не будет уже заповедь. То есть заповедь не будет выполнена. Лахен му пусель бы коин к му бы курбан. Да, например, если коин, у него есть мум, у него есть какой-то изъян, что известно, что с этим изъяном нельзя служить в храме, и он сделал это. Это не считается, это не будет заповедь. Поскольку сам человек, он часть, точно так же, как есть заповеди, касающиеся жертвы, касающиеся масла, или касающиеся пшеницы, или касающиеся первых плодов, то же самое, сам человек, он тоже часть заповеди, и есть законы, связанные с ним. Вейнок, шикешар, коля мицвот, шеим, ах, эйн, хесрон, бамасе, мицва, вей, мицва, башлимута, вейн, мацво, шлювет, мале, умурина. Это не как другие заповеди, где состояние или положение того, кто выполняет, оно что-то меняет в выполнении самой заповеди. Лахен, бавудат имигдаш аю марбим бейдурим ветара. И поэтому, когда служили в храме, было очень много усилий они вкладывали в то, чтобы быть ритуально чистыми, да, и было много очень связанных с этим законов и обычаев. И флигу ветарат гуфами. Они очень старались, чтобы была ритуальная чистота их тел на высоком уровне. Ачамру клаль, а я бы мигдаш Коля месих это раглав та унтвила, виколя метиль майм та унки души дайм враглан. Да, что в храме известно, что они не только омывали руки, да, как человек, который встает утром, должен омывать руки поочередно, начиная с правой руки, и есть три каждую руку, и Гаон Мивильна пишет, что нужно 4 раза. Почему? Одно из объяснений тому, что так делал Коэн Гадоль. Так делали они в храме, тоже приступая к служению, они делали омовение рук. Но мы делаем сегодня омовение рук только, а они делали не только омовение рук, они делали также омовение ног. И было много законов и обычаев, и много стараний, чтобы они были на очень высоком уровне чистоты. Вева шла Эли в кветви. Секундочку. Да, поскольку да, Рав Пинкус перечисляет, что они сами были, их тела, то, как они выглядели, как у коинов, тоже есть очень много заповедей, как и порядок, что коин должен одевать в Йом-Кипур, что коин обычно должен одевать в обычный день. Есть такие строгие законы, как они должны выглядеть, как они должны одевать, что они должны делать, потому что сам человек, он часть заповеди. Можно сказать, ну, я не важно, как там, ну, что-нибудь. Нет, человек, это очень важно.
Алькен, царих адам ладат бодомит палель. И таким образом человек должен знать, когда он начинает молиться. Шимильвад маши царих ласот митцва лацет еде ховато. Что кроме того, что он должен выполнить свою обязанность молиться. У ацмо гамкин хелек мейкармца. Он сам по себе тоже часть этой заповеди. Он часть этой ситуации. Вы у ацмо хелек мяула лерех нехох лерацо машем дварах льет кетер лекуну. И он сам по себе, как будто в Пинкус пишет очень поэтично, как будто он корона царя. Он не просто, ну, не важно, что-то он сказал, главное, как сказал. Нет, он сам по себе корона царя. Он сам по себе как благовоние, как ароматическая смола. Он сам по себе часть этой возвышенной работы. Вамидбунен базе вадай шейтла эв леват либо бехеше гадоль бетфила. Да, и человек, который подумает, и он обратит внимание на это, он не обязательно почувствует, как его сердце наполняется восторгом. Венера. Шизу ахата сибот. Лама эйн руим ацлаха бавадата тфила, вегам кашер миштадлим лиракез махшева, эйн руим сията дишмай, шия лев нахон, вело ялех ана вана. И это Рав Пинкус пишет, этот момент, он может служить одной из причин того, что почему-то часто человек не чувствует особого желания молиться, или даже он молится, но старается, но его мысли уходят в другую сторону, и он не получается у него сосредоточиться. Хотя он хочет, он пытается, но мысли разбегаются. Вземепней, шиколь, а если квештадлуту симурак, беняны тфилац мобильват. Почему? Потому что основное свое усилие он делает в молитве, то есть что он должен сказать так или нужно сказать так, да, в молитве, но не о себе. Литарау ли захак моши пшар метаровать махшевот за рот. Да, он пытается свою мысль отделить от других сторон, чтобы ему ничего не мешало, но не получается. А про это он только думает, про молитву, про то, что он делает, но он не думает про себя, что он часть этого. А вальбемет энзе эле хаци мелаха. Да, но это если он не думает про себя, то он старается только в половине этой заповеди. Хиге ацмеха. Да, подумай про себя, пишет Рав Пинкус. Бавадат мигдаш ими тамец биштадлут гдула лави ула шмина меулами умеудерет. Да, если человек, например, в храме принес жертву очень-очень такую замечательную, очень дорогую, просто необыкновенную жертву. Но сам коэн, он будет не в состоянии, что он может служить, да, например, он не достиг ритуальной чистоты, или у него есть какой-то лизян, или что-то в нем такое, что он сам по себе не может служить в тот момент. Так ему не поможет, что он будет очень стараться, или что его жертва, она замечательна. Он сам по себе не является частью этой заповеди. И его жертва, она не будет принята. Хотя он, может, очень старался, потому что он себя вычеркнул из этой картины. Он не часть этого. Как у гамма твила, но то же самое и в молитве. Что инзе шахех шее пасуль гамур бадам эти палель авали. Да, что это... Что не бывает такого, может быть, что человек, он будет просто недостоин того, что молиться. Человек должен тоже себя приготовить и знать, что он часть этого. А вальбихделис год лисята дишмаеш и тиет филатола рацион. Для того, чтобы получить помощь с небес, что его молитва действительно была принята, чтобы она была желанна Всевышнему. Царих лизей штадлут кфула. Ему нужно все-таки двойное старание в этом. Шетьет филатобы шлемут. Гамша адама мэдлит пэлэш и ямки мишарты эльон. Да, знать, что его молитва не только важна, но и он сам как будто служит самой высшей лиге службы Всевышнего. Е царих мизука квита ору квара мара кату в ми але бе арашем, да, как написано в Сефер Тейлим, кто поднимется на гору Всевышнего, на ки кипаем у бар левав, да, то, кого на ки копаем, то, кто чист душевно, чист, у него чистые руки, в смысле не чистые физически, а он чист, он, у него нет, не приликнуло к нему ни воровство, ничего такого, что сделает его недостойным предстать перед Всевышним. «Ве астале тфила толе рацион». И тогда, когда он приготовил себя как часть этого действия, тогда его молитва будет желанна Творцу. «Убеймет».
כל עניין העבודה וההתבטלות לפני השם יתברך להבינו בדרך הנכון אינו דבר קל כלל לכלל. Да, Пиштра Пинкус, понять все это строение молитвы, что значит быть на самом деле в смирении перед Всевышним тяжело, это понять, это очень непросто понять. Вэвдель бэн авода бэйтбатлут клапэ бурэ, лавудат адам лацмогу кихута сара мамаш. Да, и очень тонкая разница между тем, как человек молится как будто ради себя, или он молится действительно в смирении перед Всевышним, эта разница, она тонкая, как волос. והדבר רמוז במדרש רבה על הפסוק דכתיב אצל פרעה, והוא עומד על היאור, אמר רבי יוחנן, הרשעים מתקיימים על אלוהים דכתיב, ופרעה חולה והוא עומד על היאור, אבל הצדיקים רק מפדה, לכאורה אינו מובן. אם היאור בשביל פרעה הוא אלוהים, איך שייך שיראה עצמו עומד עליו, דשתו? פישת רב פינקוס, תק נפיסנו במדרש, שתו דלה פקלוניקב, для они стоят над своих богах, как бы они служат своим богам, но на самом деле их бога должны служить им. Но не так праведники. Праведники, они служат Всевышнему. Эцель цадиким шем лемата мелокехем вело лаэфеха вшелом. Да, что праведники, они чувствуют себя, что они ниже Всевышнего, и не наоборот. Верей элукимгу, велоша яхлефекла, то что это, если это Всевышний, невозможно быть выше Всевышнего, это просто невероятно, невозможно. Валь бэмет, амувана пашут меот, бэмет и холи йот цэлядам. Да, и так может быть у человека, что гамши шумер турами цивотами, да, что даже он учит Тору, и он соблюдает заповеди, он старается делать все как нужно. Ва филамит, да, и он даже старается молиться. А валькользе зе гуми пнеш юде неймана ша ошер амити вацлаха бешне ломот баим ло рак мименют барах. Но он знает, почему он это все делает. Потому что он делает это для себя. Он знает, что таким образом он получит от Всевышнего то, то и это, и в этом мире, и в будущем мире. Как бы Всевышний должен ему служить, чтобы у него было хорошо, чтобы он был счастлив. Вивша ласик шум давар бли аводатый дватлут. И невозможно ничего получить без того, чтобы человек был в смирении перед Всевышним. Велахен. Кашер царих ли парнаса обриют ована бутура. Таким образом, когда человек нужно парнаса или и заработок, или здоровье, или помощь в любом каком-либо какой-либо категории в этой жизни. Мият пунек лапе мала бетфила неймана. И он сразу обращается к Всевышнему и молится. А ему же нужно очень много, ему нужно это. У немца бэмит коля водато у лицора хацмо. Таким образом, получается, что его служение Всевышнему, оно служение ему самому. Везе пшерамзуха заль шемум дим але локеем. И таким образом, это имели в виду наши мудрецы, которые сказали, что люди, служащие чужим богам, они стоят на своих богах. Они стоят. То есть, таким образом, то, что они стоят, они служат им, но они служат себе, они выше их. Шесаха кольним цаши лукаем и шарету там в сердцу нам, да, что и боги, они должны служить им и выполнять их желания. Ву бейне им ким и шарет нейманам уфтах лулам лоим род. Да, и этот, и Всевышний должен верно им служить и никогда им ни в чем не отказывать. Шарей кварка туву турат, что ведь написано в Торе, «Вая им шамо тишму эль митцветави натати матара цахэмиту». Так ведь написано только, как будто Всевышний обещал, если вы будете мне служить, я вам дам то, да, в одном из стихов после Криатшма, если будете служить, я вам дам, и во время дожди у вас будут тучные пастбища, у вас будут хорошие поля и хороший урожай, да, так Всевышний сказал, так поэтому они служат ему, чтобы получить все эти блага. Всевышний никогда не обманывает, если он обещал, он именно так и сделает. Если ради того, чтобы все это получить, нужно соблюдать заповедь. Он так вперед, он будет соблюдать заповеди. Получается, что хас вешалон, а саулу мишарет клапей мала, ашем ишмер. Таким образом, он как будто призывал Всевышнего ему служить самому себе. Аваль. Ну, а вода нахуна инак, но на самом деле настоящее служение, оно не такое. Бьёдо шиуит барах решен вахрон, и зная, что Всевышний, он
первый, и он последний. Да? Он самый первый, всего, с кого начался этот мир. Мир начался уже, Всевышний всегда существовал. Он начал этот мир, и он тот, кто завершит этот мир. Лифней шаити квар я, да, и перед тем, как я родился, он уже был. У кварло, и как после того, как я умру, и много лет пройдет, и меня не будет, Всевышний, он всегда будет на вечности. Немца адраба, шамициючи ли тфила убитила и лавит барахи. Таким образом, моя действительность, реальность каждого живущего человека, реальность моя, она просто ничтожна по сравнению с ним, по сравнению с вечностью, в которой он существует. Коль масе баулам убишвило вавуро и барахи. Все, что происходит в этом мире, оно для него и ради него. Вело шаколь митракес виватсми. Не то, что все, все, что происходит, оно происходит вокруг меня. Да, человеку свойственно, да, это с маленьких лет так получается, человек чувствует, что все, что происходит, оно происходит ради него. Оно происходит согласно плану. Человек, он часть плана, маленькая часть. Взяла есода решен шалявута клапей мала. Да, это надо понимать. Это основной, один из основных моментов служение Всевышнему. Дихтив мицват алия ле регеля вдата буреба мигдаш. И ре коль схорха. Айну ля рот лифне ашем. Да, есть заповедь подниматься 3 раза в Иерусалим. И все вы, люди, евреи, во время храма оставляли свои дома, оставляли свои поля, все оставляли и поднимались 3 раза в году. И каким образом написано, и ре коль схорха. Айну ля рот лифне ашем. То есть нужно показаться Всевышнему. Всевышнему хотел, чтобы вы показали себя ему в Иерусалиме. В лоли рот это шим, а не прийти посмотреть, ну, посмотреть, короче, Всевышнего. Да не то, что прийти посмотреть в храм, как в храме было, были необыкновенные жертвоприношения, было большое действие во время праздников. Но показать себя Всевышний хотел видеть своих детей в Иерусалиме 3 раза в году. Нидбонен рега бацмейно им и шалу отану лама аита роце лалот ла мигдаш. Подумаем сами на секундочку, пишет Рав Пинкус, если бы нас спросили, для чего ты бы хотел приехать в Иерусалим и прийти в храм? Зачем? Для чего? А ином рим, леном зивышки нам бы сказали, а, ну, мы бы хотели, чтобы почувствовать присутствие Всевышнего, ведь в Иерусалиме оно сильнее, в храме оно ощутимо очень сильно. Улекабелет коля брахот, барахуньют, гашмиют, и мы бы там получили все благословения в духовном плане, в физическом плане, мы все бы желания там осуществились. Но все это для меня, я бы подумал, я бы почувствовал, я бы получил, все, все вокруг меня. А вальбемет энзио водоклай, но на самом деле человек, который так думает, в этом нет никакого служения Творцу. Эля вода гилар от лифне ашем. На самом деле, какое было служение? Показать себя Всевышнему. Всевышний любит своих детей. Он хотел их видеть в храме, показаться ему. Лаво лифанав, предстать перед ним, потому что таково его желание. Веках насе нахат руах элав идбарах. Таким образом, мы бы доставили ему удовольствие. Шибанав баим эль бейто, что его дети приходят в его дом. Укмоша амру хазаль, так сказали наши мудрецы Равуна, ки амар авад рабо мецапелу лерото и трахек мену, шезе есода вода амаш рабо мецапелу рото. Да, таким образом, его, например, как Рав хочет своего ученика увидеть, да, и отец хочет увидеть своих детей, предстать перед Всевышним, чтобы он увидел нас. Везе мина дварим шимица дехаду есот пашут шель тора. То есть, с одной стороны, это очень простая основа из того, что написано в Торе. Шаколь матхилю мина, что все начинается с Творца, этот мир, и все. У мица чини ешбу шлемут гдула меот умеотим зухим. С другой стороны, это очень вещь, не то, что она простая, она это форма служения, которая, если коснуться, то это совершенная форма. Это совершенство, оно не недосягаемости, оно в этой как будто простой вещи. Хайну шие шемид барахур цуно меркас хаяв, чтобы Всевышнее его желание, оно было центром нашей жизни. Вигу ацму рак эвиду мишарету михаевля мале рационашем. А мы сами, мы только служим ему. Мы только часть его служения. Везе амувана пашут шеля вода бихоль муком
И это самое простое понимание служения Всевышнего и работы, и то, что мы преклоняемся перед Ним. «Вех юхаля адам левхон ацмо има вудато или цорах ацмо». Каким образом, пишет Рав, как мы можем знать? Мы вроде со стороны, может казаться, одно и то же. Мы делаем это. Каким образом мы можем знать, мы делаем это ради себя, и мы делаем это ради Творца? «Умефурсамим деврей азор». И так написано в книге «Зор», в книге «Сияние». «Ах ятвен исрав воскин бесимха сатори, кадуша брих умер любамаля делида». Так написано в книге «Зор». На эти слова, это известно очень слова, они их положили на песню, и на музыку, и стала эта песня. Куча бреху умерли по маледели. Когда и сыны Израиля, когда дети Израиля, они изучают Тору, то Всевышний и все его воинство, они смотрят, и Всевышний говорит: смотрите, это мои любимые дети, что они оставили все прелести этого мира, и они служат в радости мне. Хайнуша, адам ацмо мале царот висурим, что там сам по себе человек, у него может быть много неприятностей, много разных бед или каких-то сложностей. Аваль има вудутей лашема бурей бельват. Но если он служит Всевышнему на самом деле. Харейшини не ацмо бетелим лоум и вуталим алкин вишатам. Но в то время, когда он разговаривает со Всевышним, то он забывает про свои неприятности, они не давят на него так, потому что он понимает, что он избран, что он часть служения вечному Богу. «Аваль имум ацмо меркас коля водотосовой талав». Но если он сам по себе, он центр своей жизни, вокруг него все крутится, и Всевышний должен ему служить. «Немцаши давка бешата водотони скар, оба кольмах суровы ацвут, но фэли талав». Тогда, когда он начинает разговаривать с Всевышним, ему вдруг становится очень грустно. «Немцаши асимха бавудар раяги, аля водото аметит ютер миколь». Таким образом, получается, что если человек, разговаривая со Всевышним, ему радостно, его охватывает чувство возвышенности, чувство радости, тогда это признак того, что он служит Всевышнему. А если ему становится грустно и плохо, это значит, что он служит, не дай Бог, самому себе. Будем стараться и надеяться, что мы будем служить Всевышнему по-настоящему. Всего доброго.